Вот маленький пытается освободиться от икринки. О, сколько их! Маленькие головастики там. Теперь им надо быть осторожными, чтобы не попасть на обед к водным хищникам, жукам-плавунцам и личинкам стрекоз. Вот у этого головастика уже довольно большие лапки отросли. Он все больше становится похож на лягушку. У его соседи еще лапки поменьше, они сами покруглее, более. А этот меняется и окраска. Вот он большой, но у этого лапки больше. Вот уже какие лапочки. Задние отрастут, вырастут, начнут расти передние лапки. Потом хвост исчезнет и будет маленький лягушонок. Их много в наших краях. В конце августа прыгает по дорожкам. Лапок уже большие у этого. Ну, если кто-то захочет понаблюдать в домашних условиях за выводом головастиков, то сделать это несложно при соблюдении определенных условий. Нужна или большая банка, или небольшой аквариум, вот типа такого, но обязательно фильтр и воздух, чтоб тоже был. У кого-то, может, остался аквариум, а рыбок нет. За головастиками наблюдать интересно. Превращение из такого маленького существа в лягушечку. Кормить едят и корм для рыб. Можно в пруду микроводоросли. И они с успехом выведутся. Если в дальнейшем хотите держать лягушечек, им нужно и часть суши. Они питаются, конечно, уже с питанием. Им побольше нужно будет лягушкам. И любят слизней, насекомых разных. Собирают на огороде. На огороде они хорошие помощники. Вредителей уничтожают. Вот тут форма уже у лягушечки меняется. Или выпустить маленьких лягушат в ближайший пруд, где они смогут продолжить свою жизнь с пользой для природы. Вот. Так вот изменяются. Сейчас я их выпущу в свой прудик на даче. Там у меня уже плавают несколько выпущенных головастиков с прошлого раза. Эти тоже будут. Даже туловище вот меняется уже. И цвет, брюшко более светлое становится.
Это личинка стрекозы. Тоже ждет своего превращения в красавицу-стрекозу. А сейчас она водный хищник. Вот. Тянет ее к нашей лягушечке. Плывет головастик. Он еще довольно упитанный. И тут вот это тут личинка стрекозы на камушке. Вот вторая. Скоро, наверное, им пора будет вылетать. Вот из таких страшненьких будут красотки-стрекозы. Но они тоже хищницы и стрекозы-разбойницы. Ловят мошкару. Уже летающих насекомых в воздухе. Вот они их сколько. Этих будущих стрекоз. Уже головастик поплыл, и там на глубине вот она такая личинка стрекозы.